Марка Audi дополнит кроссоверную линейку новой моделью на базе концепта Q8. Автомобиль выйдет на рынок в 2018 году. Итак, рассмотрим прообраз серийного купе-кроссовера. Начнем с фар. Секции ближнего и дальнего света соединены друг с другом и образуют форму литеры X. Сходное решение у Lada X-Code. Только у нашего концепта секции светодиодные, а в Audi — лазерные. Когда водитель нажатием кнопки заводит машину, то раздается такое приветствие. А если ваш знакомый направляется туда же, куда и вы, но другим маршрутом и без транспорта, то навигационная система сообщит об этом и предложит его подбросить. Вот как это происходит. Tim is near. He also needs a ride to the same destination. Would you like to reroute and pick him up? Okay. Route has been adjusted, and Tim is informed that you're on your way. Управление большинством функций возложено на сенсоры. Кнопок в четырехместном салоне минимум. Концепт Audi Q8 гибридный. Машина приводится в движение 3-литровым бензиновым двигателем с отдачей 333 силы и крутящим моментом 500 ньютон-метров. Мощность электромотора составляет 136 сил, а тяга 330 ньютонов. Системная мощность равна почти 450 лошадиным силам, крутящий момент 700 ньютон-метрам. На ускорение с 0 до сотни уходит 5,4 секунды. У системы Audi Drive Select 3 режима работы. Первый – чисто электрический, в котором Q8 может проехать до 60 км. Второй – гибридный. Задействованы оба мотора. Третий – так называемый энергосберегающий, в котором электричество копится до востребования. Концепт Audi Q8 оснащается 8-ступенчатым автоматом. Кроме того, в комплектацию входит пневмоподвеска с двумя режимами работы и разницей по клиренсу в 9 см. Тормозит Q8 с помощью 20-дюймовых керамических тормозных дисков, а диаметр колесных дисков равен 23 дюймам. Спереди и сзади применена пятирычажная подвеска. Ширина Q8 превышает 2 метра, колесная база равна 3 метрам. Объем багажника составляет 630 литров.